Дренажный насос «Вихрь» ДН-133/290 откачает 133 литра воды за минуту на глубине до 7,5 метров. В этом видео изучим комплектацию дренажного насоса «Вихрь» ДН-133/290. Заодно изучим внешний вид и технические нюансы. Поставляется насос в картонной упаковке с инструкцией и переходным фитингом. Погружной дренажный насос «Вихрь» ДН-133/290 предназначен для бытовых задач в малом хозяйстве, и простота использования тут является приоритетной характеристикой. Прочный корпус из композитных материалов не превышает размеры 28 на 16 сантиметров, а весит он 3 килограмма 375 граммов. Конструктивный насос «Вихрь» ДН-133/290 прост и неприхотлив. В верхней точке корпуса размещена рукоять для переноски, а рядом выведены два кабеля. Один короткий с поплавковым выключателем от давления воды, а второй длиной около 8 метров. Насос включается и выключается автоматически при погружении в воду поплавкового выключателя, а снизу осуществляется забор чистой воды с частицами не более 5 мм. Отвод воды происходит через резьбовое отверстие сбоку, куда можно присоединить комплектный штуцер на 1/2 дюйма, либо калибром 1,25 дюйма. Внутри насоса оснащен асинхронным двигателем мощностью 300 Вт, обеспечивающим производительность до 133 литров в минуту и заявленной высотой подъема до 7,5 метров. Механизм работы полностью автоматический, с ограничителем до 20 циклов включения в час. Подытожим, дренажный насос «Вихрь» ДН-133/290 без труда справится с откачкой чистой воды на участке и в хозяйстве, а его производительности хватит для откачки 7900 литров в течение одного часа.